Всем привет! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Cars of Sales Simulator. И у нас есть дофига денег, потому что мы в прошлой серии начали реально зарабатывать. Ребята, посмотрите, если вы еще не видели. Это очень круто. За 8 тысяч. За 8 тысяч. Блин, давай торганемся. Ровно за 8 купим. Потому что... Если мы можем сторгуемся там 500 рублей. Ну, блин, не хочет, прикинь. Давай за 8200. За 8300. Фиг с тобой. Ни тебе, ни мне. Думает. Этот автомобиль облегчит вашу жизнь. Я купил его. Хорошо. Мы не будем садиться. Мы машину отправляем на эвакуатор. А, можно еще одну тачку купить. Слушай, почему я две тачки не могу купить? Да, я куплю две машины и поеду на них домой. За 18 тысяч. Ну, давай ровно 18... давай ровно 17 900. Угу. Даже если я там 200 рублей уменьшу, это уже будет большой плюс. О, что-то с машиной, что-то она какая-то странная. О, как она гудит. Блин, она быстрая. А, как отсюда выезжать? А, все, вижу. Понял, помню. Опа, автомобильный рынок. Это автомобиль. Нет, это не автомобиль. Едем домой. А, здесь можно сократить дорогу. Мы это мы сократим. Ой-о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 й. Нет! А, ё-моё! Машина сломана! Щет! Вот это я и заработал, а? Вот это я и заработал. Отправляю в ремонт. Блин, разогнался сильно. Ай-яй-яй-яй-яй. Как так? А ты что за чувак стоит здесь? Что ему надо? А, это что его должно припарковать? Чего? А, это нифига, это можно машин так перевозить, что ли? Блин, надо подумать. О, интересно, интересно. Хорошо, что тут карта не сильно большая. Ёлки-палки, прикинь. Блин, авария была. И теперь придется деньги впуливать. Эх, ладно, ничего страшного. Сейчас припаркуемся аккуратно. Выключаем. Да куда ты едешь? Ну ладно, давай мы тебя сюда поставим. Еще места у меня так мало. Включаем двигатель. Выставляем на продажу. А, сколько там? Так, а ну-ка, почем она? 8300 цена покупки. Ставим сразу 20, да, 33 тысячи ставим и все. Пока она стоит у меня, я ее быстренько сейчас помою. Ага, вот здесь грязь. Короче, нельзя сильно гонять на машинке. Так, ну все, машина чистая или нет? Еще где-то грязь. Я не вижу. Куда смотреть? Чтоб... А, вот здесь еще смотри. Блин, это только что была. А, вот грязь. А теперь машина чистая или нет? А, вот еще сзади. Да, автомобиль помыт. Плюс 4 опыта. Я тут ничего не могу купить. А, нет еще опыта. Вот я хочу такой... Мойку высокого давления приобрести. Опа, первый покупатель. А ничего, что у нас там машина стоит на ремонте? Привет. За 33 возьмешь ее, а? За десятку. Давай сорганемся. 10 700 за 11 тысяч ровно. Так уж и быть. Совсем небольшая наценка. Опа. 400. Сколько я добавил там? 200 или 300? Может, как раз мне этих денег хватит на ремонт. А где моя тачка? А, вот она стоит.
Она еще заведенная. Гады, а? Так, за 1500. Да нафиг. А нельзя отказаться, да? Блин. Я попал на бабки, короче. Блин, на 1500 косаря. Ё-моё. Как так-то, а? Эх. Пока они ее будут ремонтировать, а ремонтировать у нее будут долго. Но у меня есть 27 тысяч. Я поеду на райончик и куплю какую-нибудь тачку. Пускай они ее ремонтируют. Опа, вот эту. Главное, чтобы мне денег хватило. Эх, за 15 тысяч торгуемся. За 14. 950. Так, за 14 950. Давай подумай. О, поздравляю с хорошей сделкой. Смотри, я могу торговаться, и я буду торговаться. Сесть машину. Потому что хоть немножко, но я сэкономлю. Ох, какая она быстрая. Блин, только надо мне аккуратнее ездить. Надо какую-нибудь здесь дорожку найти. О, тихо! Да какого? Ты видел? Тут пусто было. Какая подстава, а? Я не понимаю этого. Там же пусто было. Охренеть. Аж огонь какой-то. Аж огонь идет. Это что тут за закись азота? А тут есть закись азота, может быть? Блин, она немножко повреждена. Сейчас Виктор ее купит. Ну хотя, тачка на ходу. Так, давай ее. А, нет, я ее сразу выставляю, а потом мою. Потому что ждать, пока кто-то там подойдет, клиент не подойдет. Ага. За 14 900 ее. Давай ее за 33. Выставили. За 33 тысячи. Теперь мы ее быстренько протрем. Да, она немножко у меня повреждена. Но зато я ее своими же руками отмою от грязи. Она будет очень чистая. Это компенсирует небольшие вмятины. Опа. Где-то еще грязь, слушай, а? Есть. Автомобиль помыт. Ах, опыта еще. Да фигища мне надо. Ладно. Пока клиентов нет, я пойду за своей машинкой. Она уже отремонтировалась как раз. Мы ее выставляем, продаем. Блин. Ты мог вообще двигатель выключить? Сколько там бензина? Как мне сесть в машину? Ну вон. Бензина уже мало. А что она не едет? Ночь. Ночь наступила. И какой-то гад уже у меня выбросил мусор. Ну ладно. Делаем вот что. Мы выставляем тачку сразу же на продажу. Ремонт. Короче, за 30 тысяч. За 44 тысячи мы ее продаем. Закрываем офис. Не знаю, надо его закрывать или нет. И идем домой. Пешочком. А, да нет, конечно же, не пешочком. Идем на остановку. И едем на автобусе. Так, отсюда не залезть. Отсюда, сюда, да. Деньги потрачены. 40 тысяч потратили, заработали 11. Минус 30 тысяч. А почему? А, то, что я машину купил? Ладно. Так. У меня полтос был, да, или нет? 40 с чем-то. Почти полтинник. Открываем офис. Смотри, мне даже следы остались. Нифига я вчера куролесил. Та машинка у нас чистая, поэтому мы эту сейчас помоем. А тут, слушай, даже видно, где грязь.
Вроде бы. А, еще сзади. А, на этой стороне. А, нет, вот еще. Ё-моё, тут смотри, сколько грязи-то. Но быстренько. Опа, покупатель, покупатель. Здравствуйте. Бедолажный у меня автомобиль, я его ремонтировал. За 22. Давай сторгнемся за 23. Я даже не в убытке буду, смотри, за 23. Опа. Еще кто-то был. Ну иди ту купи машину, куда ты ушла? Ну вон эту купи теперь. Нет, она эту хотела, что ли, я еще не пойму. Так, выкидываю мусор. Может быть, можно будет прокачаться сейчас? Нет. Дофига еще надо опыта. А может, эта машинка? Да, смотри, она стояла всю ночь, и она опять стала грязной. Но с одной стороны, мы хорошо сейчас прокачаем. Видишь, почему я купил губку? О, ну не купил, прокачал. Блин, где еще грязь? Так мы можем опыта много набрать. Подожди, а я отмыл его или нет? Где еще грязь? Ну, блин, где-то еще грязь. Нету нигде. Она у меня аж на продаже стоит. Почему покупателя нету? Нет, смотри. Все чисто везде. Ладно. Хорошо. А, 35 тысяч у меня. А почем я эту тачку купил, а? Купил я ее за 15. 30 плюс 15. Получается 40-50. 50 тысяч. В принципе, хорошо. Никого нету, смотри. Блин, вот подстава. Ладно, знаешь, что сделаем? Мы пока никого нету. Мы идем на автомобильный рынок, открылся. Наконец-то. И мы здесь что-нибудь купим. О, вот это точно я куплю. На этот у меня денег хватит. За 13. А, давай сторгнемся ровно за 13 тысяч. Продай мне и все. За тринашку. Неинтересно. Не, давай 13 500. Такую даже фору сделаю. О, все, купил. Замечательно. Мы ее сейчас на эвакуатор ставим. И у нас есть немножко денег, мы еще какую-нибудь купим. Привет. Здорово. За 10 тысяч. О, хорошо, торгнемся за 10 500. Я сейчас не сильно могу торговаться, потому что у меня навык особо не прокачанный. Ну, смотри. Молодец. Есть, 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 есть. А тут я могу эту машинку помыть? Да, она у меня моется в этом месте. Вон оно что. Смотри, крыло погнутое. Мы ее прямо на автомобильном рынке помоем. А знаешь, что я сейчас только что придумал? А мы можем на автомобильном рынке мыть чужие машинки. Вот это, например. Нет? Не могу. Блин, жалко. А почем она эту тачку продает? 11 тысяч у меня. А, 79 нет. До свидания. 79, у меня таких денег нет. Все, садимся в машинку. Что там такое лежало? Поехали домой. А кто помнит, куда ехать? О, очко навыка есть у меня. Крутень. А, вот и мой дом. Опа. Эти стоят, смотри. О, нет, 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 не врежься. Покупателей дофигище. Так, быстренько ее здесь ставим. Продаем, продаем, продаем. Привет. Ага, почем? За 17. Подожди, стой здесь. А ты?
Давай подумай. Нет, за 16. Еще меньше, иди нафиг. Ты у меня. А, за сколько? Да, иди, первая вообще самая лучшая была. А ты у меня почем продаешь? О, покупишь? Да пошли вы все нафиг. Вот эта девчонка, вот это я девчонке буду продавать. Я собиралась уйти, да подожди. 17 тысяч ровно. Чё? Она ушла? Да подожди. Иди. Кто там следующий был по деньгам? Ты, наверное. Ай. За 16 700. Сорганем все равно 17 тысяч. Как-то бабища хотела первая. И может это тоже согласится. За 17. О, все, пошли все в лесом. Мы продали машину. 28 тысяч. Поехали. Аккуратно. Развернемся сейчас здесь. Да ёшки-моташки. Слишком мало места. Подкоплю денег, увеличу офис. Так, включаем двигатель. Выставляем сразу на продажу две машинки. Первая за 13. Да я все за 100 тысяч буду продавать, да и все. Раз, два, три. Выставить. Вторую тоже за 100 тысяч. Раз, два, три. За 200. Первая за 100, вторая за 200. Эту мы мыли, эту еще пока не мыли. А, подожди, очко опыта у меня же есть. Либо торговля, либо майка высокого давления, естественно, я покупаю. О, два надо очка. Да ё-моё, ну давай туда. Блин, два очка. Ладно, я хочу реально мойку высокого давления. Не просто так, я, ну, я тебе не шучу. Тут ничего уже мыть не надо, да? Тут она чистая. Ну давай быстрей. Торганемся сейчас. Здравствуйте. За 200 тысяч купишь? За 16 могу купить. За 10 я купил, за 16 я продам. Продаю. Вот это навар. Прикинь. Вот как надо было играть. Сейчас мы тут все еще подмоем, чтобы чисто было. И эту продадим. Блин, я тоже не подлезу туда наверх. 45 тысяч. Блин, надо лучше торговаться. Ага, автомобиль помыт. Знаешь, что сделаем? Короче, торговлю раскручиваем. Да. Ах, не хватает у меня, да, там очка. Да, лучший торговля. Губка подождет. Здравствуйте, мадам. За 100 тысяч. Согласна? За 14 купит. Блин, ты что гонишь? Ну, и так почти 14. Торганемся за 16. Может, купит? Что-то мне не нравится. Что-то маленькое. Мало накинул. Опа, прикинь. 60 косарей за не за фиг. У меня тачек же больше нету. Никаких нету в ремонте машин. А, у вас нет машин. Ну, на этом будем заканчивать ролик. Мы хорошо подняли деньги. В следующей серии мы будем покупать много тачек. Мы купим все, скупим тачки. Тут где-то бомж был, я ему хотел денежку дать. Его нет. Ну ладно. А если будут в следующем ролике, я ему дам. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.